I'm being the same me. You could have had Gucci, but not it's so navy. And your homegirl wanna date me. Всем привет, ребят, с вами снова Саша, и сегодня я снимаю видео, что находится в моем школьном рюкзаке. Так как вы все очень просили это видео, ну и также это видео я снимала очень-очень давно, где-то в начале сентября, поэтому я решила сейчас его снять. В этом видео я вам подробно расскажу, что я беру с собой в школу на каждый день. И кому интересно, конечно же, оставайтесь со мной и поехали. С собой в школу ношу такой вот замечательный рюкзак от Tommy Hilfiger, такого вот цвета хаки. Он очень интересный по своему дизайну, весь он такого вот темно-зеленого цвета, также имеются оранжевые вставки, где молния, и также вот такой вот прикольный брелочек, который можно отцеплять, и на нем написано Tommy Hilfiger. Ну и кому интересно, вот так вот рюкзак выглядит с другой стороны. В этом рюкзаке очень много интересных отделений, и начну вот с этого вот раздела, так скажем. Это вот такой вот кармашек, он очень глубокий, и тут у меня лежат всякие мелочи, сейчас я вам все покажу. Он достаточно глубокий, и тут у меня лежит не огромное количество вещей. Первое, это самые обычные салфетки от Zewa, такие вот миленькие, розовенькие. Дальше идут такие вот влажные салфетки, конечно же, как же без них. Они от фирмы Dolce Milk, и они очень-очень вкусно пахнут ягодами. И также антисептик, тоже из Литуаля, от фирмы Морики Дорики, очень красивого цвета. И этот антисептик также безумно вкусно пахнет каким-то алоэ, также похоже чем-то на bubblegum. Вот такой вот обычный желтый бальзам от Carmex с вкусом клубники. Я им часто пользуюсь, так как губы на морозе обветриваются, и это очень удобно. И самое последнее, что лежит в этом кармашке, это мои наушники. Нет, я ни в коем случае не хвастаюсь, не надо писать в комментариях. И еще я обожаю делать вот так вот. Да, это очень прикольно. Это отделение полностью пустое, теперь можем переходить к основному отделению, в нем также есть несколько разделений. Я не смогу показать, как там все выглядит, но я сниму рюкзак крупным планом, чтобы вам было все видно. Также в этом рюкзаке есть удобный карабин, за который можно зацеплять ключи, и чтобы они не потерялись, мне кажется, это очень-очень удобно. Еще тут имеется два кармашка. Они маленькие, и туда я особо ничего не кладу, сейчас у меня в данный момент там вообще ничего не лежит. И также в конце у меня имеется такой вот кармашек на замочке, сейчас я покажу, что там находится, а потом мы перейдем к основному отделению. Первое, что тут лежит, это вот такие вот духи от Yves Rocher с запахом клубники или земляники. Они пахнут очень-очень вкусно, как будто я в лесу и я нюхаю землянику, это очень круто. Еще две резинки, с помощью которых я иногда сделаю свои волосы. Они очень простые, и кому интересно, покупала я их в H&M. Также новые стикеры, когда мои закончатся, они вот такие вот прикольненькие, голубого цвета. И теперь переходим к основному отделению. Тут у меня, конечно же, в основном лежат учебники, рабочие тетради. Это, наверное, меньшая часть того, что я беру с собой каждый день, потому что учебников у меня всегда безумно много, и также всяких тетрадок. Тетрадь по алгебре, тетрадь по геометрии. Тетрадь по химии, моей любимой. Кстати, пишите в комментариях, кто из вас любит химию. Лично мне она пока нравится. И кому интересно, я сразу же говорю, что я учусь в 8 классе. И помимо всяких учебников и тетрадок, у меня тут лежит планер с фламинго. Он очень красивый и поднимает мне настроение в школе, так как он очень яркий и позитивный. Он на такой вот штучке, с помощью которой его можно закрывать и открывать. На первой странице тут такая вот раскраска. И дальше тут идут просто листы. Еще тетрадь по алгебре, уже большая. Также какой-то листочек, который нам давали сегодня в школе с всякими задачками. Кстати, это задачи из ОГЭ по математике, химия и мой дневник с Винни-Пухом. Да, я в 8 классе, у меня дневник с Винни-Пухом. Мне просто он нравится, он такой вот яркий, позитивный. Я не захотела брать какой-то неинтересный дневник. И я решила, почему бы не взять дневник с Винни-Пухом. Конечно же, как же я без цветных ручек. Вот такие вот яркие цветные ручки от фирмы Maybe. Их тут 10 штук, и у меня тут вынуты 2 штучки, потому что они лежат в пенале. Мой пенал вот такой вот красненький, в форме автобуса. Кому интересно, мне его привезли из Лондона, и он вот такой вот полупрозрачный, очень удобный, вместительный. Я, кстати, его ни разу не показывала в своих видео, но он вот такой вот прикольненький. Вода самая обычная, вот такая вот с Винни-Пухом, опять же таки. И в моем рюкзаке остались самые нужные вещи, по мне так, это еда, это пюре-топтышка с персиком. И вот такой вот батончик фитнес, я просто обожаю вот эти вот батончики, особенно с шоколадом. Он очень вкусный, я не думаю, что он полезный, но зато он вкусный. И да, мой рюкзак уже пуст, тут ничего не осталось, абсолютно ничего. И я надеюсь, что вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, а также оставлять свои комментарии внизу. Я желаю всем удачи и всем пока!